Теперь 8 глава этой работы – это другие вопросы, так он ее назвал, то есть те более-менее важные вопросы, которые возникли в ходе обсуждения вот того учебника, о котором шла речь в ноябрьской дискуссии, потому что все это посвящено ноябрьской дискуссии экономистов, обсуждавших создание нового учебника. Тут он рассматривает 8 вопросов в качестве других. Первый вопрос. Вопрос о внеэкономическом принуждении при феодализме. Он отвечает так, то есть, видимо, возникал такой вопрос при обсуждении. Конечно, внеэкономическое принуждение играло роль в деле укрепления экономической власти помещиков-крепостников, однако оно не являлось основой феодализма. А основой феодализма является собственность на землю. Вот так он отвечает на этот вопрос. Теперь второй вопрос. Вопрос о личной собственности колхозного двора. Неправильно было бы сказать в проекте учебника, что каждый колхозный двор имеет в личном пользовании корову, мелкий скот и птицу. На самом деле, как известно, корова, мелкий скот, птица и так далее находятся не в личном пользовании, а в личной собственности колхозного двора. То есть здесь он предлагает изменить формулировку не личное пользование, а личная собственность. Выражение «в личном пользовании» взято, по-видимому, из примерного устава сельхозартели. Но в примерном уставе этой артели допущена ошибка. В Конституции СССР, которая разрабатывалась более тщательно, сказано другое, а именно «каждый колхозный двор имеет в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь». И это, конечно, правильно. Следовало бы, кроме того, поподробнее сказать, что каждый колхозник имеет в личной собственности от одной до нескольких коров, смотря по местным условиям, несколько овец, коз, свиней тоже, смотря по местным условиям, и неограниченное количество домашней птицы, уток, гусей, кур, индюшек. Эти подробности имеют большое значение для наших зарубежных товарищей, которые хотят знать точно, что же, собственно, осталось у колхозного двора в его личной собственности после того, как осуществлена у нас коллективизация сельского хозяйства. Вот так он отвечает на вопрос о личной собственности колхозного двора. Третий вопрос, который он поднимает в этой части, в этой главе, это вопрос о стоимости арендной платы крестьян помещикам, а также о стоимости расходов на покупку земли. То есть в этом учебнике рассматривался вопрос, когда отказались от крепостного права и стали сдавать в аренду или продавать крестьянам землю. Вот он здесь говорит так. В проекте учебника сказано, что в результате национализации земли крестьянство освободилось от арендных платежей помещикам в сумме около 500 миллионов рублей ежегодно золотом. Эту цифру следовало бы уточнить, так как она учитывает, как мне кажется, арендную плату не во всей России, а только в большинстве губерний России. Надо при этом иметь в виду, что в ряде окраин России арендная плата уплачивалась натурой, что, видимо, не учтено авторами проекта учебника. Кроме того, нужно иметь в виду, что крестьянство освободилось не только от арендной платы, но и от ежегодных расходов на покупку земли. То есть не только в аренду, но и покупали некоторые крестьяне. Учтено ли это в проекте учебника? Мне кажется, не учтено, а следовало бы учесть. Теперь четвертый вопрос. О сращивании монополий с государственным аппаратом. Выражение «сращивание», по мнению Сталина, не подходит. Это выражение поверхностно и описательно отмечает сближение монополии государства, но не раскрывает экономического смысла этого сближения. Дело в том, что в процессе этого сближения происходит не просто сращивание, а подчинение государственного аппарата монополиям. Поэтому следовало бы выкинуть слово «сращивание» и заменить его словами «подчинение государственного аппарата монополиям». Ну, фактически, мы сейчас очень хорошо наблюдаем, что государственный аппарат во всех капиталистических странах
фактически подчинен этим монополиям, в том числе даже и в Соединенных Штатах. Пятый вопрос. Вопрос о применении машин в СССР. В проекте учебника сказано, что в СССР машины применяются во всех случаях, когда они сберегают труд обществу. Это совсем не то, что следовало бы сказать. Во-первых, машины всегда сберегают труд обществу, ввиду чего мы не знаем случаев, когда бы они в условиях СССР не сберегали этот труд обществу. Во-вторых, машины не только сберегают труд, но они вместе с тем облегчают труд работников, ввиду чего в наших условиях, в отличие от условий капитализма, рабочие с большой охотой используют машины в процессе труда. Поэтому следовало бы сказать, что нигде так охотно не применяются машины, как в СССР, ибо машины сберегают труд обществу и облегчают труд рабочих. И так как в СССР нет безработицы, рабочие с большой охотой используют машины в народном хозяйстве. То есть, чем больше машин в народном хозяйстве при социализме, тем более облегчается труд работников. Так вот он отвечает на вопрос о применении машин. Шестой вопрос. О материальном положении рабочего класса в капиталистических странах. Когда говорят о материальном положении рабочего класса, обычно имеют в виду занятых в производстве рабочих и не принимают в расчет материальное положение так называемой резервной армии безработных. Правильно ли такое отношение к вопросу о материальном положении рабочего класса? Я думаю, что неправильно. Если существует резервная армия безработных, членам которой нечем жить, кроме как продажей своей рабочей силы, то безработные не могут не входить в состав рабочего класса. Но если они входят в состав рабочего класса, их нищенское положение не может не влиять на материальное положение рабочих, занятых в производстве. Я думаю поэтому, что при характеристике материального положения рабочего класса в капиталистических странах следовало бы принять в расчет также положение резервной армии безработных рабочих. Седьмой вопрос о национальном доходе. Я думаю, что следовало бы безусловно включить в проект учебника новую главу о национальном доходе. Все, он только одну фразу по поводу национального дохода здесь как бы изрекает и подробностей никаких не дает. Восьмой вопрос. Это вопрос о специальной главе учебника о Ленине и Сталине как о создателях политической экономии социализма. Я думаю, что главу «Марксистское учение о социализме. Создание Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным политической экономии социализма» следует исключить из учебника. Она совершенно не нужна в учебнике, так как ничего нового не дает и лишь бледно повторяет то, что более подробно сказано в предыдущих главах учебника. То есть он против того, чтобы в этом учебнике восхвалялась его деятельность каким-то образом. И завершает эту главу такой фразой. Что касается остальных вопросов, у меня нет каких-либо замечаний к предложениям товарищей Островитянова, Леонтьева, Шипилова, Готовского и других. То есть наиболее таких выдающихся экономистов того времени. Он здесь приводит как бы фамилии их и соглашается с ними. Но вы помните, конечно, что Шипилов это как раз из тех молодых, помните, ребят, которых Сталин на последнем съезде ввел в состав ЦК с тем, чтобы как бы противопоставить тем старым членам ЦК, которые, ну, в общем-то, изжили себя. Это помните, там были это Юрий Жданов, это был Чесноков, это вот был Шипилов как раз, и еще целый ряд молодых марксистов, которые толково, но их судьба была, наверное, помните из истории, что поскольку съезд только прошло после съезда несколько месяцев, Сталин умер, и эти
ребята там, те, кто старики, они их быстро повыщелкивали из состава ЦК и разогнали. Чеснокова в Нижний Новгород, Жданова в Ростов, там еще куда-то их всех. А Шипилова потом Хрущев еще и вместе с этим, с Кагановичем, Молотовым, Маленковым, примкнувшим, помните, назвал. Так что то, что пытался Сталин провести ребят-марксистов туда, в ЦК, неудачно. Поздновато он это дело сделал. Я помню. Ну, давай. Жданов там 46-го года. Ну и что? Нет, ну его-то тоже убрали оттуда из ЦК после смерти Сталина. После, да? Ну, я о чем и говорю, что сразу после их после, на съезде ввели на последнем на при Сталине, а потом через несколько месяцев после его смерти в марте сразу их там повыщелкали.